Привет, с вами Миша, и сегодня я сниму мини-обзор на веселых прилипал 3, или как они по-другому называются, стикизы. У меня коллекция из Dixie. Вот, еще есть коллекция веселых прилипал 3 из Lidl, но этот магазин в Европе. И там все блестящие перламутровые стикизы, они обычные. Ну окей, ребят, давайте смотреть. У меня еще коллекция не полная, но я надеюсь, что обязательно еще соберу. Ребят, смотрите, в отличие, вот есть минус, то что в отличие от всех прилипалых 3, ну, из вот Lidl, тут, смотри, коробочка неудобная такая. О, смотрите, я приклею наклейку. И вот игра, смотрите, какая-то не очень, там все прикольнее в Lidl. И, кстати, в Lidl они называются не все прилипал 3, а стики за 2017. Окей, ребят, давайте не тратим время. Малышка Черыш, у меня такого нету. Дальше принцесса Магуш. Магуша. Мангуша. Вот такая вот. Дальше баклажан. У меня такого тоже нету. Кисляк лимон. Брокколи. Не брокколи, а брокколи. Так его зовут. Называется это брокколи, а зовут его брокколи. Дальше хих и хах. Такие вот фишеньки. Что дальше? Помидорчик-дорчик. Апельсинчик-рыжик. У меня таких 3 есть. Компот такой прикольный, яблочко. Компот. Мне его имя напоминает одного котика из мультика «Три кота». И этого котика тоже зовут Компот. И он такой толстенький, любит покушать. Вот ниндзя-перец. Смотрите, ребят, в Lidl он не вот такой вот блестящий, перламутровый, а... обычный, вот как компот, как этот. Обычный. Не знаю. В этом есть разница Lidl, и поэтому хочется купить 2 одинаковые коллекции ради просто 4 разных прилипал. Ну так я не могу взять коллекцию ни стикизов 3 из Lidl, ни бонстиков. Вот. Потому что бонстики эти... Бонстики, они в Украине, в Беларуси только, а я в России. Да и стикизы из Lidl и из Европы. Ладно, зачем мне 2 коллекции стикизов? Лучше бонстиков. Окей, дальше грядки. У меня такого нету. Сэр Дюшес. Нету. Киви. Борода его зовут. Такой вот кивик. Знаете что, ребят, мы повторку этого киви... Мы давили прессом, знаете. Он только поначалу расплющился, но потом, когда обратно вот так сделали, выкрутили пресс. Смотри. Вот, то есть, смотрите. Он остался нормальным. Только испачканный. Это не этот стикис, мы другой, который была повторка. Так что этого я боялся вдруг испартиться. Окей, крошка Блю. Это голубика или ягода. Лесная. Окей, Лукич. Лукич, лук. Вин, ван и вон. И еще вин. Ладно, шутка. Их всего 3. Вин, ван и вон. Вен. Не удалось пошутить. Окей, дальше. Виноград. Дальше миленькая прилипалка. Ням-няшка, ням-няшка. Смотрите. Такая перво блестящая. Лидова она обычно. Тыковка. Тыква Чела. Кстати, ребят, знаете что? Вам скажу секрет.
Многие гадали, кто такой Лулу, не знали. И знали, скажу, ребят, я вам скажу. Лулу это, там-тарадам, лук-порей. Трудно угадать, что это за растение такое. Диджей Цук, кабачок, цукиня такой. С очками. Кабачок цукини. Ребят, смотрите, а вот в Литл это не цукини, а огурец. Ну да, похоже на огурец. Банан, бананас. Самый главный или не самый главный? Скажите вашу теорию. Кто из них всех самый главный? Ананас, стиляга. Йоу. 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 Йоу.